Суд установил, что трагедия произошла в сентябре 2023 года. Два бомжа какое-то время мирно сосуществовали на открытом участке местности около железнодорожных путей. В один из вечеров они, как всегда, распивали алкогольные напитки. Во время дискуссии возникла ссора. Потерпевший оскорблял осужденного и замахнулся на него рукой. При задержании подсудимый рассказал, что его сильно задело одно ругательство. Да, оскорбило. Я тоже отсидел. Я ему два раза трубой по башке треснул, потом вилку воткнул. Куда? В горло. А дальше? Что сделали? Как дальше? Все, я ушел просто. На следующий день мужчина нашел приятеля там же, уже мертвого, и сбежал. Труп во овраге на берегу Уводи заметили местные жители. На теле погибшего были следы от ударов металлической трубой по голове, лицу, груди, рукам, а также не менее 8 ножевых ранений. 47-летнего мужчину задержали. Подсудимый полностью признался в содеянном. По решению суда он виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. В качестве наказания назначили 8 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.